Смотрите, какие коврики мы тут нашли. У нас по соседству в Стейтен-Айленде. $15 стоит такой ковер. Делаются они в Турции. И вот здесь продавец, который сам из Турции, но жил в Болгарии. Я на YouTube сниму, ничего? Да? Рекламу тебе. Я тебе скину. Я известный блогер на русском пространстве. Ой! Да. У меня 2 канала на YouTube. Скину линк сейчас тебе. Но я родился в Болгарии, поэтому говорит на русском. Но сам турок по национальности. Потом уехал в Стамбул. Там было у него турагентство. Работали с русскими тоже. Потом переехал, 12 лет назад переехал в Америку. Теперь в Америке живет. 3 страны человек поменял, правильно? Правильно. Да. То есть у тебя английский, русский и турецкий. 3 языка. И болгарский. И болгарский, понятно, само собой. Вот так вот. Магазин. Да, магазин. Мы его не видели даже. Как-то вот проезжали всегда. Сейчас случайно. Очень недорогие цены и хорошие коврики. Что? Хотите снять все отсюда? Да. Угу. Только брат работает, и говоришь, а что, сейчас ездят до сих пор в русские в Турцию? Да. Как на экскурсии, в Стамбул просто, да? Они встречают группу и делают обзорные экскурсии. Там же просто запрещали же поездки в Турцию одно время. Ну, это был год назад уже. Уже все опять, да? Понял. Какая зовут? Юня. Лена. Лена, да, по-русски? Это так получается, да. Лена, меня Анатолий, это Юра. Очень приятно.